Друзья, 24 декабря 2023 год, рыбалка «Зеленый берег». Вот, посмотрите, у нас очередной улов, 10 хвостов у Алексея. Да. Расскажите, как проходила ваша рыбалка, что было ночью? Вы были у нас на суточной рыбалочке. Да, с 4 начала набрать, с вечера взяли 5. Угу. Ну, до часа ночи набрала. Угу. Вот. И остальное все уже с утра. Ночью на что? Ночью стрейч, резина. Угу. И паста. Сыр. Как, горизонт? Вверх. Подо льдом, все подо льдом. Резина тоже, да? Да, да, все подо льдом. Так, сыр, паста, желтый или оранжевый? Да, да, желтый. А днем? Так, днем. Ну, одну на запуске. Угу. Вот. Но на основное что? Все в полях, на запуске, на семечку. В полях тоже самое работало, все что вверх, и ночью? Да, то же самое, все вверх. Вверх. Ничто не поменялось. Да, резина. Рыбалка довольна? Конечно. Вот, друзья, очередной улов. Приезжайте на Зеленый берег. Увидимся на водоеме.